Всем привет! В этом видео я хотел бы вам рассказать вот об этой штучке, которая, вот видите, у меня висит на ухе. Такой обычный Bluetooth. В принципе, они бывают разных моделей, разных видов. Так, где камера? Вот у меня же камера сенсорная. То есть вот он такой, вешается на ухо, ничего тут сложного нет, его зацепили на ухо, все, он висит, работает. Они бывают, знаете, бывают такие, по которым можно только разговаривать по телефону. То есть вы едете спокойно за рулем, он у вас висит, если вам кто-то позвонил, вы просто нажимаете кнопочку, и все, и идет прием звонка, и вы разговариваете. Есть, которые, вот как мой, например, они, кроме телефонных разговоров, они еще принимают медиа. То есть вы можете включить навигатор, и навигатор вам будет тихонечко в ухо говорить, там, поверните направо, поверните налево, там, ну и все там, вы проехали адрес, развернитесь и едете еще 10 километров. То есть клиент, который будет сидеть рядом, он абсолютно этого ничего не будет слушать, и, в принципе, слышите, вы будете ехать спокойненько, и будет выглядеть абсолютно, как будто вы знаете адрес, хотя я вам могу сказать, что адреса, которые... Там за дурачок, в соседней машине играет музыка, слышно здесь. Наверное, глухой. Другого у меня нет. Ну вот, все, в принципе, Bluetooth незаменимая вещь. Можете также смотреть каналы, то есть даже не смотреть, а просто слушать. Включаете в ухо себе YouTube, запускаете мой канал, я вам буду тихонечко рассказывать, вы будете ехать. Клиент может свое что-то рассказывать. Просто машите головой, что вы слышите. Ладно, все, спасибо. Спасибо за внимание. Хорошей всем работы. Ставьте лайки. Можете поставить дизлайк. Дизлайк — это значит пальчик вниз. Лайк — это пальчик наверх. Ну, буду рад, если вы будете ставить пальчики наверх. Подписывайтесь. Задавайте вопросы. С удовольствием все, что я знаю, вам расскажу. До свидания. Хорошего дня.